Присоединиться? Да. Я присоединяюсь. Угу. Ну, скажешь, как присоединишься? Ну, я думаю, ты увидишь. Вот, да, я увидел, и там... Я так понял, что ты сейчас будешь говорить: вот ты, чувак, я вижу тебя. Какие мы страшные, на самом деле. О, да, у тебя такой фонарик смешной на плече. А у тебя, думаешь, его нету? Я тебе в морду посвящу, ладно. О, кстати, у тебя фонарик засветился. На-ка, зацени. Да, у тебя тоже. Кстати, прикольная тема вот эта, что он светится. Ладно, выходим с безопасной зоны и сможем спокойно уже дальше веселиться. Все, наконец-то, спустя полтора часа нашей начала записи, ну, правда, вы увидите намного меньше. В общем, началось все это веселье. Оп-оп-оп. Так, а что у меня есть? На, смотри. Нормально, я тоже ту куклу хочу. Так, а я ее еще не поставил. А, вообще нормально. Крушитель черепов, знаешь, такой. Да, наблюдать не менее веселее, чем самому в этом участвовать. Запинаю. А тут друг друга нельзя? Нет, нельзя. Нет, друг друга нельзя, по идее, задеть, убить, что-либо сделать. Мы единственные выжившие, можно сказать. Так, ладно, продолжаем убирать трупы, это полезно и важно. Сигареты. Кофе. Я не знаю, я так понял, каждому свое дается. Ну да. Это круто. Вот, мне нравится, когда такая система распределения. Так прикольно смотреть, как кто-то. Ну, когда. Как бы сам-то понимаешь, как у тебя моделька двигается. А ну-ка давай-ка, я хочу на это тоже посмотреть. Это прикольно, действительно. Ты пропустил красный ящик. Не в курсе, да? Обезьяныш. А если ты интересный его сейчас, если ты его откроешь, у меня он откроется? Или мне тоже придется взламывать? Не знаю, но я его сейчас открыл. Ты смотри. Сейчас это. Ты сейчас посмотришь, как он открывается. А. Окей. О, открыл. Круто. Улучшение от убийцы. Мне бы тоже. Ау! Мои ноги! А ты куда там упал? Прыгай, 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 беги, прыгай! Посмотрю, как оно. Забрался. Вот оно что, Михалыч. Оно нифига не круто, да? Блин, ты так прыгаешь смешно, как знаешь, как это, как мартышка. Это так прикольно. Со стороны на тебя посмотреть, у тебя тоже не лучше прыгать. Сама смотри, сама анимация прыжка. Да я в курсе, как она прыгает, я догадываюсь. Так, поговорить со Спайком. Со Спайсом. Нет, это все-таки Спайк, по идее. Так, ты мимо, походу. Или ты куда? Не, я как раз правильно иду. А, тут дом какой-то, просто да. Дом. Так, вот здесь вот есть штучка. Штучка. Чё так. Для сборки. Мне бы, конечно, да, я не... Блин, я... посмотри, у тебя видно, что у меня осталось от нее совсем чуть-чуть? Да, у тебя вообще чуть-чуть осталось. Ты все этот... Тут ящик, кстати. Гвозди и... Ну это круто, кстати, что она отображается, да? Ну да. Ну, кстати, вот эту палку я починить никак не могу. И это нифига не круто. Логически размышляя, и вот эту арматурину с бетоном ты тоже не починишь. Если только там заново не это... Не разводить бетон, там не намешивать. Так, ладно, я заменил два оружия на более, скажем так, совершенное и... Блин, так. Еще улучшения какие-то есть. Так, немножко ну да. Давай, забирайся сюда. Где ты? О, да. Бабах. Я думаю, со стороны это будет смешно выглядеть, как ты. Да, действительно, теперь у меня есть такая же штука. Теперь у меня есть такая же штука, дрюка, как у тебя. Требуются все игроки. Вот наконец-то у нас будет нормально. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap, which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive, but you need to get back to the tower.
Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. Wonder if I'll finally get to meet Brecken in person. Круто. Получили новый уровень, я так понимаю, да? Да, надо это качаться. У меня сейчас с прошлого раза осталось не вкачанный. Не, я-то прокачался. Так, упаковщик. Научись эффективнее использовать пространство рюкзака. Получи новые ячейки для оружия. Учить готовить усиленные растения. Вы можете сражаться без устали, бегать быстрее. Лучше видеть. Более стойк к ударам. Не, я лучше буду прокачивать в данном случае сумку. Да, аналогично. Это важнее. То есть, ну, выживать-то я уж как-нибудь, я думаю, выживу. И, собственно, как-то так. Ладно. Пойдем убивать зомби. Ты наверху? Да, а, уже ты... зомби бью. За мной не поржай. Твою малю. Распинался в зомби, который... Блин, какой, как он устает от этой арматурины здоровой. С одного удара, да. What? Блин, слушай, тут какой-то зомби... А, я так понял, спасать можно тебя, да? А если с прыжка? Со стороны это смешно выглядит. Я представляю. Не представляешь, на самом деле. Ой, я чуть-чуть сломал. Знаешь, чем вы занимались в игре? Убивали зомби. Срать, короче, на это. Сюжет, какой сюжет, зомби? Да, да. О, на самом деле, просто в зомби есть иной раз очень много полезных каких-либо металлических тех же деталей, отмычек, чего только там в них нету. Вот, я вроде обыскал всех зомби, ну, кроме вот этого, которого я, кстати, почему-то обыскать не могу. И мы идем. Идем. Идем, идем. Ага, он на трубу не может забираться. Вот видишь, такая вот тоненькая труба, он совсем отказывается на нее забираться. Ладно. Ты не поверишь, вот он на этот пригорочек тоже с трудом поднялся. Угу. Также он не поворачивается за... В общем, есть много очень преград, в отличие от ассасина. Если тот, например, как-то брал и забирался почти на любую вещь, да, то здесь нам приходится в основном работать с тем, что... Ну, не знаю, как ты, я только что сквозь текстуры, сквозь этот козырек пролез. А, да? Ну, ну видишь, бывают какие-то разные глюки, видимо. Не знаю, как это у меня получилось. Вот, доложите в ГМ о встрече с лидером башни. А, надо залезть на... А, нет. Нет. Просто поболтать. Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. А ты стоишь, ничего не делаешь. Ты тоже. Нет, я разговариваю. Нет. О, можно, кстати, тебя вылечить. Да. У меня 25 хп. У тебя? У меня 91. У тебя как по хилкам? Две есть. Но я не помню, на что хилиться, правда. Ну я одну использовал там, а то я там нападал. Ну да-да. Что-то мне кажется, ты не туда маленько. Почему? Не, я все равно забрался. Так. Ой. Вот теперь я действительно не туда маленько. Куда-то. Нам или живот, да. Ну знаешь, как тебе сказать? Тут заблудиться можно легко. Ну да. Брекен's mission failed. Jade called a meeting in the tower. Ты пропустил? Нет, я ничего не нажимал. А у меня пропустилось. А что-то должно было быть? Да. О, поговорим с Тимуром. Ты где, кстати? У меня еще что-то тут грузится. Вот. Че она у тебя сказала? Просто у меня. Ничего не сказала, вот. Все. Ну, окей. Поговорим с Тимуром. Требуются все игроки. О, нас уже по имени узнают. Да-да-да. Так, у него можно, кстати, что-то купить. Купить, продать, поменяться. Смотри, у него есть рыжие вещи. Готов поспорить, рыжие вещи, они покруче. А у меня нету рыжие вещи, мы только... У меня молоток, гвоздодер. А у меня не рыжие. Они, наверное, не рыжие, а... фиолетовые, розовые.
Не, рыжая, именно рыжая. Вот так гвоздодер. А у меня розовая. Стоит 1500, а фиолетовая такая, ну, это все-таки фиолетовый, на мой взгляд. Ну, да. Он стоит довольно дорого. У меня нет такого. Вот, и там доступно 5 улучшений на нем. Надо продать что-нибудь. Да, я продам 2 мешочка. И продам, наверное, кофе. Я продам доску с гвоздями. И куплю этот молоток гвоздодер. Я, короче, сейчас буду с молотком бегать. О, кофе тут вообще дорогой. Да по сотне вообще. Угу. Сигареты Сигарет. Тоже полтинник. О, взрывпакеты. Тихо. Чуть взрывпакеты не начал продавать. Сигареты продал тоже. А вот все остальное, я думаю, оставить, наверное. Оно как-то понужнее будет, мне так кажется, да? Ну, это, скорее всего, все, что вот нужно для сборки. Да, лучше все-таки, наверное, не трогать. Прям как в Dead Island. То есть всякие там бутылочки, mm-hmm. да что, да продаешь, а все механическое там. Да-да-да. Смотри, какой у меня... А, ты не посмотришь, здесь же нельзя таскать оружие. Нет, можно выкинуть. Я могу подобрать. Не хочу так делать. О! Слушай, мы на гитаре можем поиграть. Да вот, где? Ну-ка, сбацаем ничего. Справи, давай, давай. Сидел, кузнечик. Не, я две ноты знаю, только смотри. Вот. Сейчас. Ой, смотри, раз нота и два нота. Знаешь, как ты интересно играешь, у тебя так рука подрагивается. Силой мысли. Да-да-да. Хранилище, разводной ключ и трубный ключ. Ну, кстати, я тебе могу, если у тебя нету, я тебе могу сбросить, по идее, оружие. Не, у меня есть оружие, ты просто можешь не дать его заценить там, чтобы... У меня голубое оружие. У меня тоже есть голубое, у меня есть трубный ключ голубой. Да. Вот. А чё, кстати, там чертежи есть, и можно... Блин, мне бы это мачете сейчас вот просто... Вот, дай ее мне, чувак, дай сюда! Так, нужно еще 2 батарейки и пластик. И тогда можно будет электротрубу сделать. Чувак, иди сюда. Че там у тебя? Тут мачете классное лежит. Давай его побьем и отнимем мачете. О, вон, смотри, мачете. Мачете. Нормально. Это он для нас делает, я отвечаю. Да, на 100 пудов. Пойдем, ладно, в башню. Вот это уже радует. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Ryza's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? For God's sake! You can't even walk straight! We need you alive, you idiot! Okay, we're going in. Act confident. Brecken? Lena? Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah. Okay, fine. Good luck, Crane. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron. I'll be in touch shortly. Ну, собственно, вот. There's something else we need to discuss. Нет, не вот. He's hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head.
Now he's starting to have seizures, and I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago. But Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Ну так вот. Во-первых, мы получили сейчас достижение. Во-вторых, мы получили День Матери, награды. А точнее, удерживать, чтобы отслеживать. Давай тогда будем сейчас выполнять вот это быстренько задание. И посмотрим, что здесь еще есть. Я думаю, что мы пройдемся по большей части, наверное, всех заданий. Ну, по второстепенкам, думаю, да, тоже интересно. Почему? Потому что они дают некоторые плюшки. Вот, иди сюда. Тут есть так. Чувак, который дает нам задание. Не-не-не, вот тут. Там наверх надо, чтобы там... Ты так страшно на него смотришь. Так, найти дом Ghazi. Знаешь, без тебя негр развел руками. What's the problem? Something's going on in there. The door's locked from inside. Ага. 223, да? А я читаю это. Да. Дверь заперта изнутри. Ну, что там происходит? Это получается нам на следующий этаж, то есть. Ну да, скорее всего. 202. 206. А, ну сюда вот еще. Не-не-не, с этой стороны, с этой. Ага, бегу. Давай сначала с ним. I've got to get out of here. I need to get my wife and kids somewhere safe. You know, it seems to me this is about the only safe place there is. Safest place in the slums, maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't tell you the details, but I need to get across town, and I can't do it without a gun. If you'll get me one, I'll tell you about the place that hasn't been looted yet. I promise you won't regret it. Well, how do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place, and you're looking at him. Bring me a gun, and the key is yours, as well as everything you find there. Hmm. Нам бы кто пушку подобрал, подогнал. Так, ну я не знаю, будем его отслеживать, не будем. Женские персонажи тут как-то не очень хорошо выглядят, на самом деле. Ну тут все так-то не очень хорошо выглядят, все-таки эпидемия, вся херня. А чё, а? What's going on here? Baer's locked himself in the room. We could hear him screaming. He may have turned. You hear that? I can't get this lock. You wanna try it? Да, почему бы нет? Давай, давай, сейчас взломаем, покажи. Или ты хочешь взломать? Не знаю, ты вот руками водишь в воздухе, так смешно на это смотреть. Ты колдуешь. Я колдую. Все получилось? Да. Так, ну ладно, следующая отмычка. Я попробую. Получится, не получится. Так, и чё? А вот он. А вот он. Tell me what's wrong. I can't move. My chest feels like it's going to explode. Are you turning? No, no. Приступ. I took Antizin and the pain started. The vial is on the floor. Где? А, вот. What you took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First tell me who sold you that. I can't, I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony Antizin? People could be giving this to their kids. You want them to go through this?
No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Ну, конечно, понятно. В общем, нам надо еще пистолет будет найти. What? No. Look, he's not turning, but he needs a doctor. I thought he was turning. We should skip. Че, ладно. Все они думают, что он решил обратиться. Но это не так. 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 Что у нас вот здесь вот? Вообще это, ничего. Это вниз. Да, это снизу. Надо вниз. Ага. Да-да-да, я понял. Какой толстый волосатый дядька. Где? Ух ты. Ну, но ты его грудь не видел, к сожалению. Тут скорее просто мышцы. Не-не-не, там пузо у него такое здоровое. Да? Да, еще ниже. Волосатое. Еще ниже. А, вон она где. You better have a look at this. The lot number's wrong. Is this a fake? One took it, now he can't even get off the floor. Aman, get down to 21, now. Where did he get it from? Yusuf, he's one of the scouts. Well, he can't be producing it here. Someone's supplying him. I'll have a talk with Yusuf. The sooner the better. Don't hurt him. Just talk to him. Да, да. Не обещаю, но постараюсь. У меня как раз ключ здесь завалялся, да? А у меня еще арматурина целая. Да-да-да. Ладно, нам куда-то на самый верх, на крышу, я так понимаю. Да, с Юсифом разговаривать. А ты Юсуф, чувак, или кто ты? Нет, ты А. А, это... Не признали своих, прости. Так. Думаешь, туда нам, да? Ой, какой ты прозрачный стал сразу. Так, нет, где-то он внутри, короче, под нами. Ты веришь, что нам на ту сторону? А, блин. Я прогулялся. О, вот он, я его нашел. Сидит, ну, отдыхает. Юсеф? Welcome to Yusuf's Emporium. If it's hard to find, you need to find Yusuf. Whatever your needs, Yusuf has it all. I'm looking for Antizin. Well, of course you are. My friend, this is your most lucky day. No, Yusuf, it's your lucky day. Because I'm going to give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Bahir? Bahir, you say? Do I know this Bahir? He nearly died from that phony antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good. I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind of a sensitive issue. Which guys, Yusuf? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. They have medicines. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Bento. All right, now you're going to burn the rest of those vials. But they cost me a lot of money. It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore. Знаешь, похож на такого заядлого наркомана, при этом, скажем так, наполовину зомбировавшегося, потому что, блин. Ну да, судя по его колотым венам. Да, внешнему виду и прочему. Слушай, интересно, отсюда можно вот так вот разбежаться и туда вот прям? Да. Ты прыгнул? Нет? Я за тебя стою, дружу. А что, если попробую? Нельзя? О, прикинь, можно. Я чуть не упал. А давай я прыгну. Давай, давай, даже засниму. Как ты далеко... Как ты далеко полетел-то, а? Так, я тут. А, это телепорт. Давай, короче, давай теперь ты снимай. Сейчас я разбегусь, давай. Только ты там на краешек запрыгнешь, чтобы получше было видно. Блин, сейчас как-нибудь. В общем, скажешь, когда. Во-во-во, вообще нормально. Готов, да, я бегу, давай. Прям сбегаешь такой. Вообще!